о главном празднике. Обычай отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января появился в России при Петре I. До этого, с принятия христианства, в 988 году его отмечали 1 марта, а в 1492 году датой начала года закрепили 1 сентября. Тогда ли это исчисление шло по византийской системе, от сотворения мира-то есть от 5508 года до нашей эры. В России первые рождественские ели появились в годы правления Петра I. Этот обычай царь перенял у немцев, живших в немецкой слободе. 29 и 30 декабря 1699 года Петр I издал два именных указа о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. Первая рождественская елка в России была устроена государем Николаем I в самом конце 1830-х годов, после чего, по примеру царской семьи, ее стали устанавливать в домах петербургской знати. Затем рождественские елки несколько раз запрещали. В первый раз во время Первой мировой войны, как вражескую традицию. Во второй, с 1924 года, когда ЦК ВКП назвал обычай устанавливать так называемую рождественскую ель антисоветским. Дерево принято ставить не позже 24 декабря, до католического Рождества, так Новый год пройдет благополучно. Если же не вышло нарядить елку в эти даты, можно сделать это 27 декабря, тогда тоже все будет хорошо. Православные россияне обычно выносят елку после Рождества, 7 января, а ставят непосредственно перед Новым годом.